Всем привет, я Арина Скоромная, и это рубрика «Девчата» наконец-то на канале «Тело время». Вам может показаться, что это съемки годичной давности, но на самом деле я родила 2 месяца назад. Ранее вы видели мою тренировку во время беременности, я показывала. Вот прошло 2 месяца, и я вернулась в строй. Тренировки я начала спустя 10 дней после родов. Точнее, я пошла в зал. До этого я сразу после выписки начала качать пресс, отжиматься и готовиться к залу. Почему я так рано пошла, многие спрашивают. Ну, я не считаю для себя это рано, потому что, во-первых, я интенсивно занималась во время беременности. Ну, это примерно 3 раза в неделю плюс бассейн. То есть я держала свои мышцы в тонусе. А потом у меня была физическая подготовка. Всем я не рекомендую так рано идти, а прежде всего рекомендую обязательно консультироваться, советоваться со своими врачами. Если вас не устраивает то, что вам говорит ваш женский врач, потому что часто бывает, что они перестраховываются, посетите обязательно и других врачей, может быть, других женских врачей, может быть, спортивного врача. И можете приступать, если вам разрешат, потому что все мы не железные, да, женщины, у каждой женщины может быть какие-то осложнения, какие-то проблемы во время родов, там, допустим. И не каждый способен, вот, допустим, после кесарево сечения пойти через 10 дней в зал, это вообще нереально. Вот, поэтому вы не ориентируетесь на какую-то определенную личность, а в первую очередь ориентируйтесь на себя, на свое самочувствие, на свои возможности. Многие пишут мне про мышечную память, про генетику, ну, потому что удивлены, как я так быстро пришла в форму за 2 месяца. Но я хочу сказать, что мышечная память работает лишь в том случае, когда вы пашете в зале. Надуть себя невозможно, как это бывает в комиксах. Супермен там надувает себя через палец, и у него появляются мышцы. Все это сказки. Для этого недостаточно пару раз потягать 2-килограммовую гантелью. Точно так же вот возвращаются в спорт профессиональные атлеты. Берут, допустим, большой перерыв там на год. У нас есть такие атлеты, которые так делают. И потом возвращаются. Мышечная память, безусловно, существует. Я верю в это как в такой факт, такое явление. Но без упорных тренировок и правильного питания это не работает. Это первое. Генетика. Многие могут подумать, что у меня идеальная какая-то генетика и так далее. Что касается мышечного прироста вверху тела, возможно, да, как бы это мне дается легче. Но все, что касается ног и ягодичных, это моя проблема. То есть у меня по генетике грузовый низ, и после беременности, вот на последних сроках беременности и после родов у меня была такая проблема, как целлюлит. Она многим женщинам знакома, и у меня буквально все ноги ей покрылись вплоть до икр. Это было квадрицепсы, икры и задняя поверхность полностью. И с этим мне пришлось реально побороться. То есть я практически сейчас, ну, практически мы не видим, что у меня что-то есть. На фотках этого не видно. Возможно, только там при ближайшем рассмотрении. То есть мне удалось и эту проблему победить. И в процессе нашей тренировки, а сегодняшней, я расскажу, как. Ну, начинаем мы с кардио. И причем это будет непростая разминка. Это будет полноценная кардиосессия. Многие сейчас могут удивиться, как она делает кардио в начале, как же мышцы. Для того, чтобы нам интенсивно сжечь жир, мы расходуем наши, так сказать, углеводные запасы, которыми мы подкрепились с утра, на кардио. Я делаю 30 минут сейчас, максимум 40. И повышала я постепенно, то есть это было сначала 5 минут, первый раз, когда я пришла в зал после родов, потом 10, потом 15 и так далее, я повысила до 30. Теперь каждый день я делаю 30, 35, 40 очень редко. Почему же я делаю кардио в начале? Как я уже сказала, наши всякие углеводные запасы мы прорабатываем как раз-таки вот на кардио. И дальше от силовых больше получаем такого эффекта жиросжигающего.
но при этом мышцы у нас остаются. Вот. Мне этот вариант, я пробовала разные варианты, то есть уже там, за мой опыт тренировок я попробовала много всего. И для меня наиболее благоприятным вариантом является этот. Плюс еще ко всему. В чем еще его плюс? В том, что очень часто бывает после силовой у нас нету сил на кардио. Мы уже просто хотим пойти там, в душ, в сауну, я не знаю, переодеться, пойти домой. И часто бывает, что девушки не дорабатывают. То есть, нет сил на кардио, ладно, пойду. А кардио тоже очень важно. Вот. Я думаю, именно поэтому вот я так быстро пришла в форму, похудела. Потому что для некоторых тип фигур, скажем так, кардио – это необходимый вариант. Потому что вот я, например, вот как многие могут подумать, что я так быстро в форму пришла. Генетически я не из тех, кто сразу худеет. И я никогда не была худышкой, кроме, конечно, детского возраста. Вот, то есть мне всегда приходится работать реально над своей фигурой, над своими пропорциями, не есть лишнего, скажем так, и не сидеть на диване. Вот, из кардионагрузок, какие я рекомендую, особенно для кормящих женщин, это, конечно, не беговая дорожка. То есть, если это беговая дорожка, то это быстрый шаг, но ни в коем случае не бег. Потому что любые вот, вообще любой спорт, при котором у нас каким-то образом сотрясается грудь, там прыжки, бег, это не наш вариант. Это опасно и это не нужно. Поэтому я выбираю всегда либо эллипс, либо степпер. Вот это два подходящих тренажера. При этом темп, ну, практически как бег. Просто тут получается у вас более плавные движения. И еще также это благоприятнее для суставов. Опять же, как я говорила, уже у меня травма колен дала о себе знать. И поэтому я максимально стараюсь вот весь свой тренинг адаптировать к этому. Я еще больше задумываюсь о гигиене, поэтому всегда в зале использую полотенце. Но это не говорит о том, что мужчины не должны его использовать. Немного о нашей сегодняшней тренировке. После родов я рекомендую тренировки на все группы мышц поначалу, потому что мы должны войти в процесс и восстановиться. Восстановление должно происходить плавным. Я не за сразу начинать тяжелые тренировки, кардионагрузки тяжелые и так далее. Все постепенно выстраивается. Я также выстраивала свой тренировочный процесс. Сейчас у меня уже все поделено на мышечные группы, так как я уже тренируюсь около 2 месяца. Первоначально мы будем делать жим ногами. А потом мы будем сегодня также делать в этой же тренировке грудь, спину, плечи, трицепс, бицепс и пресс. А все это мы будем делать в одной тренировке по одному упражнению на каждую группу мышц, по нескольку подходов. Всегда рекомендую начинать свое восстановление с маленьких весов. Лучше же пусть это будет по минимуму, даже вот если жим мы делаем без веса. Не стесняйтесь, что раньше вы делали там свой вес, приседали там 60-80 килограмм. Конечно, это может немножко угнетать, вот как меня, когда я пришла в зал, я привыкла работать с тяжелыми весами. Но, тем не менее, как бы я не стесняюсь то, что пока я веса особо сильно не поднимаю. Для нас главное – это здоровье. Делаем многоповторку, то есть примерно 4 подхода по 20 раз. Широкая постановка ног и толкаемся в пятку, напрягая ягодицы. Это совсем легкий вес у нас, такой разминочный. Сейчас мы на втором подходе повесим уже что-то более серьезное. Старайтесь каждый раз, когда вы давите на платформу, думать о своих ягодицах и напрягать их каждый раз. Они так работают гораздо лучше.
А помните, что тренировка у вас не должна идти на автомате, потому что всегда надо задумываться о тех мышцах, которые вы качаете. Вот, например, когда вы давите на платформу, думайте о ягодицах и при каждом давлении напрягайте ягодичные мышцы. Тогда они будут работать гораздо лучше. В начале пути, как бы, не рекомендую большие веса, как я уже говорила. Можно взять чего-нибудь поменьше. Ну, а так как мы уже долго тренируемся, мы можем взять побольше веса. Ну вот, мне уже легче значительно поднимать какие-то веса. Я довольно быстро в этом плане восстановилась. В становой тяге, например, в мертвой, я уже вернулась к своим добеременным показателям. Что касается жима и приседа, да, мне это сложнее сейчас делать, потому что у меня после родов, после беременности, обострились боли в коленях. У меня травма была обоих надколенных связок. Вот, и поэтому я в определенный момент закончила приседания. И жим. Вот. И сейчас эта травма дала себе знать после беременности, как это часто бывает. После беременности какие-то наши старые травмы выплывают. Вот. Но когда я начала качать мышцы, мне стало даже легче. То есть, как бы, мои колени чувствуют себя гораздо лучше. Очень часто меня спрашивают, даже с какой-то подковыркой задают мне вопрос, с кем же я оставляю ребенка, как же я его оставила и пошла тренироваться. Точнее, вопрос звучит так, кто сидит с ребенком? Вот я немножко не понимаю этого, кто сидит с ребенком, зачем с ним сидеть, если маленький ребенок ест и спит. Что мы делаем? Мы кормим ребеночка и идем тренироваться. Пока он спит или лежит, совершенно не обязательно постоянно круглосуточно укачивать детей на руках. То есть я, во-первых, не сторонник этого. Если вы хотите успевать все, то есть и за собой последить, и за ребенком все успеть, и пообщаться с ним, и покормить его, и там покупать, и погулять, там за мужем поухаживать, за хозяйством, то для этого надо распределять свое время. То есть нужно устанавливать свой режим, не чтобы вам кто-то диктовал режим, как, например, часто это делают, там, дети диктуют режим. Еще маленькие дети, которые толком вот только родились, и многие мамы кормят по требованию. Это их право, я как бы это не осуждаю, но я за тот подход, что кормить по режиму. Я кормлю каждые 3 часа. Ребенок мой отлично набирает, она здоровая, девочка у нас. Вот. При этом я все успеваю делать. У нас нету няни, как многие думают, что все, оставила ребенка няне там, и так далее. Я не очень большой сторонник брать няню, когда ребенок еще не умеет разговаривать. А наши родные приезжают раз в неделю или один раз в 2 недели бывает. Ну, у них тоже там своя жизнь же, свои какие-то заботы, вот. И мы их всегда ждем, очень любим, когда они приезжают. И это время мы берем, допустим, сходить куда-то вдвоем с мужем. Вот, но чтобы кто-то каждый день сидел с ребеночком, пока я тренируюсь, такого нет. Это делает мой муж. Он выделяет, ну, точнее, я иду в зал тогда, когда он дома. То есть я знаю, когда он поедет там по делам, на работу и так далее. И я стараюсь выбирать такое время, когда он дома кушает или выполняет какие-то другие дела. Вот. Все это регулирует мама, все это на наших возможностях, и лежит все это на наших плечах. Это ответственность только мамина, как она наладит свою жизнь. Не бывает детей, которые не кричат, у которых никогда ничего не болит. Такого просто не существует в природе. Поэтому поначалу, когда вы попытаетесь установить какой-то режим для того, чтобы, как сказать, орудовать хорошо своим временем, естественно, ребенок будет давать о себе знать, капризничать, кричать. Но они очень быстро привыкают ко всему. Точно так же, как быстро они избаловываются, точно так же они быстро могут вас слушать. Вот, поэтому дерзайте.
После жима ногами мы делаем грудь. Я на самом деле немножко соскучилась, конечно, по тренажерам, потому что во время всей беременности я в основном работала со свободными весами на фитболе. Грудь мы сделаем тоже со свободными весами, а дальше мы пойдем по тренажерам. Немножко фактов о груди. Мой ребенок полностью на грудном вскармливании находится. Кормлю грудью, ну вот уже 2 месяца успешно. За это время изучила очень много источников, пообщалась с очень многими специалистами по данным вопросам. И что я выяснила? Конечно, то, что тренировки никоим образом не влияют на качество молока, на количество молока, на его состав. Поэтому тренируйтесь на здоровье себе. Главное – это ваше здоровье, здоровье ребенка. Главное – не перетруждаться никогда и не перетренировываться. Использую, как правило, только одно упражнение на грудь. Я могу их чередовать, то есть это могут быть разные упражнения, но в основном это одно упражнение. И скажу почему. Не вижу смысла женщине закачивать грудь, потому что от этого грудь не растет, как многие думают. Мышцы грудные и грудь – это совершенно две разные вещи. Грудь, она состоит из жира и из молочных желез. Соответственно, грудные мышцы состоят из мышц, поэтому это разные вещи. И мы можем только каким-то образом подтянуть там грудь, но никак не увеличить. Поэтому мышцы просто должны быть в тонусе и подтянуты. Стараемся растянуть нашу грудную мышцу, то есть берем большую амплитуду. Таким образом выполняем 15 повторений, 4 подхода. Не забывайте про дыхание во время тренировок. Мы всегда выдыхаем на усилие. Немного ранее я говорила про режим и про то, как организовать свое время. Вот что я вспомнила, что очень многие мамочки говорят, вот у моего ребенка такой характер. Ну вот, типа он вот родился с таким характером плохим, что он все время плачет. Что я могу на этот счет сказать? Что характер – это, во-первых, приобретенное, а не врожденное. Врожденное – это темперамент. Характер зависит все-таки от воспитания, от того, как вы создадите вот эту вот атмосферу у себя в доме, от того, как вы повлияете на нервное благополучие своего ребенка, на его уравновешенность. Вот. Очень зависит поведение ребенка от климата в семье. Поэтому я вам очень рекомендую не ссориться, во-первых, при ребенке. Понятно, у всех бывают проблемы в семье, какие-то ссоры там, какие-то неполадки и так далее. Не показывайте этого при ребенке. Ребенок должен испытывать только самые положительные и позитивные эмоции. Немножко скажу про свою дочь. Мы вот очень счастливы сейчас с Андреем, и это такое неописуемое чувство, на самом деле. Пока вот у вас ребенок не появится, вы не поймете. Поэтому, дорогие девушки, не лишайте себя этого счастья, быть беременной и родить своего ребенка – это реально смысл жизни. Если вы почувствовали, что в какой-то момент жизни вам стало скучно жить, или у вас депрессия и так далее, по-моему, отлично в этот момент заняться мыслями о детях, потому что ты начинаешь жить заново. То есть ты больше стараешься, у тебя больше мотивации, больше ответственности.
Это помогает всегда расти в своей жизни. И в профессиональном плане, и в любом вообще. Потому что ну, мы с Андреем, например, как родители сейчас, гораздо идем выше, в общем. То есть в какой-то момент ты можешь лениться, когда у тебя нет ребенка, да, депрессовать. А когда у тебя есть маленький ребенок, у тебя просто нет поводов депрессовать там или перекладывать как-то на своего ребенка вот этот негатив, хочется ему все самое лучшее дать. Самые внимательные заметили, что я сейчас стою у тренажера, это вертикальная тяга, потому что сейчас мы будем делать спину. Ставим руки в широкую позицию и притягиваем к груди. Почему к груди? На самом деле вы можете делать так, как вам удобно. Мне удобнее всего тянуть к груди, потому что я так гораздо лучше чувствую спину. Одновременно с тем, как вы притягиваете к груди гриф, вы соединяете лопатки вместе. Это главное условие для того, чтобы у нас работала именно спина, а не руки. Выполняем мы таким образом 15 раз, 4 подхода. Многие женщины расслабляются после родов, считают, что они уже все в этой жизни сделали, все самое важное, и можно расслабиться. Это на самом деле очень неверно. И не только с той точки зрения, что как бы таким образом можно потерять своего мужчину, но и с той точки зрения, что вашему ребенку нужна интересная мама. Нужна мама, которая занимается собой. Нужна мама, которая сможет что-то дать ему. Я вот всегда вспоминаю свою маму. Она у меня психолог с большим опытом, с большим стажем. И мать троих детей плюс ко всему. И она очень начитанный, интересный человек, с такой, с трудной судьбой, в общем-то, с очень богатым жизненным опытом. И меня всегда такие люди очень вдохновляют, и я стараюсь к ней очень часто прислушиваться по некоторым вопросам, особенно что касается вопроса психологии, вот там, психологии, дети и так далее. И мне это очень интересно. И я вот вспоминаю, как вот в детстве ко мне всегда приходили наши друзья вот с братьями школьные и зависали у нас просто часами и не хотели идти домой, а хотели пообщаться с моей мамой. И мы всегда хотели проводить с мамой больше времени, потому что она нам много чего могла дать. И мне жалко тех мам, которые просто как бы готовили еду, просто, ну, если успевали, да, и просто заботились вот о своих детях, и при этом их дети не стремятся с ними общаться. Вот это, мне кажется, самое ужасное, когда ребенок не стремится общаться со своими родителями. Вот, поэтому возьмите волю в кулак, больше читайте, больше тренируйтесь, занимайтесь, познавайте всего нового. Это в любом случае вам потом аукнется наилучшим образом от ваших же детей. Когда наступает время родительских собраний, детишкам часто бывает стыдно за своих больших мам. Я помню, у нас были такие случаи в школе. И мне очень бы не хотелось оказаться на месте такой мамы. Вот. И всегда хочется как-то, чтобы ребенок твой с тобой гордился. Может, это, конечно, грубо звучит, но часто бывает, что твою маму могут обозвать как-то там, или другие детишки, или еще что-то. Ну, ребенку это, конечно, очень неприятно, когда на его маму как-то косо смотрит и так далее. Вот. Поэтому не ставьте своего ребенка в неловкое положение. Ну, а чтобы талия не была самым широким местом на нашем теле, мы качаем плечи и работаем над пропорциями. Если вы только пришли в зал, на плечи, ну и, соответственно, мы тоже делаем одно упражнение. Это может быть вот классическое упражнение «Жим гантелей сидя». Садимся ровненько, спинку прижали. Гантели у нас на уровне ушей. И жмем вверх. Ничего сложного. Таким образом мы выполняем 15 раз.
4 подхода. Ну и чтобы разнообразить тренировку, я перешла на тренажер, скажем так, на блок. Так как обычно я трицепс и бицепс качаю свободными весами, сегодня я решила вот показать вам, что можно сделать на блоке. Но перед этим немножко о питании. На самом деле питание женщины, которая кормит грудью, не должно сильно отличаться от питания во время беременности и вообще от здорового сбалансированного питания. Во многих источниках я на самом деле этот вопрос изучала очень долго и сломала буквально голову, потому что очень много статей с абсолютно противоположными мнениями. Кто-то говорит, что надо пить молочные продукты, кто-то говорит, что не надо. Кто-то говорит, что надо соблюдать строгую диету, есть только определенные продукты, так как они влияют на кишечник ребенка. Что же я выяснила за это время и к чему больше склоняюсь? То, что мы едим, у нас переваривается, кишечники как бы проходят, и уже организм наш получает это в виде минералов, витаминов, там, белков, жиров, углеводов. Да? Это любая еда. Алкоголь, лекарства, там, какие-то напитки, они немножко по-другому, иначе проникают в наш организм, попадая в плазму крови сразу. Поэтому, так как плазма крови – это основной строительный элемент грудного молока, соответственно, вот эти вот как раз-таки вот лекарства, там алкоголь, да, это все сразу попадает к нам в молоко. А продукты, как сами понимаете, проходя вот весь путь, да, они превращаются в элементы, которые нужны нам для этого молока. Но никак не может быть такого, что мы съели там, допустим, картошку, и ребенок, пробуя наше грудное молоко, сказал, кажется, это вкус картошки. Поэтому я как бы не стала бы рекомендовать какой-то жесткой диеты. Вот именно поэтому, на самом деле, многие мамочки и худеют после родов, потому что они вот сидят все на таких довольно строгих диетах, но я не сторонник ограничений себя в нужных продуктах. То есть нужно просто сбалансированно, правильно и вовремя питаться. Это должно быть частый прием пищи, то есть 5-6 раз в день. Таким образом мы пытаемся как-то разогнать наш обмен веществ. Именно таким образом я сейчас вешу меньше, чем до беременности. Вот, потому что я активно тренируюсь, делаю кардио и правильно питаюсь. Следующее наше упражнение будет на трицепс. Многие не знают, что у человека есть трицепс, но это вот эта мышца. А для чего же она нужна женщине? Ну, допустим, когда мы провожаем нашего мужа на работу или в командировку, мы машем ему рукой, пока, и тут у нас трясется такое желе. Вот это не очень красиво, и чтобы ваше прощание выглядело более теплым и красивым, мы качаем трицепс. А делать это просто. Отходим немножко назад, чуть-чуть наклоняем торс, при этом спинка у нас ровная. И вот так вот вытягиваем канатик. Совсем мы его не отпускаем, то есть у нас постоянно держится напряжение. Для этого что мы должны сделать? Мы должны руку от плеча и до локтя не двигать. То есть вот это у нас статично. Двигается у нас только вот эта часть. Чтобы как бы увеличить амплитуду, мы не просто вниз тянем, да, а делаем вот именно такое движение. Как бы разводим канатик в стороны. Что касается трицепса, я вообще люблю на трицепс больше упражнения, которые не на забивку, а на растяжение мышц. Но лучше всего, конечно, чтобы это было в совокупности. Для вхождения в наш ритм, да, для восстановления после родов, мы можем выбрать один или второй вариант. Особого значения большого это иметь не будет. Но в последующем лучше, чтобы у вас были и упражнения типа французского жима или там жима одной гантели из-за головы. Чтобы вот именно у вас растягивалась вот эта мышца, а не только забивалась таким образом. Затронем, пожалуй, очень тревожащий многих вопрос. Что делать, если нет возможности ходить в зал?
Ну, там, допустим, муж работает 24 часа в сутки. Или далеко зал. Вот мне, например, повезло, реально повезло. Как бы я этого не отрицаю. У меня зал находится в 2 минутах ходьбы. Поэтому кормлю ребенка, пока муж дома, бегу в зал, позанималась и бегу обратно. А если надо ездить, это тяжелее. Там можно молоко, там, допустим, стеживать или там оставлять. Ну вот, кто может быть на искусственном вскармливании, оставлять бутылочку там и так далее. Мне этого делать не приходится, конечно, мне с этим повезло. Но иногда бывает так, что нет возможности пойти в зал. У меня тоже такое было. И было еще, что я на дачу уезжала на несколько дней. Я все равно тренируюсь каждый день. То есть тренировки дома, тренировки на даче, любые подручные средства в виде бутылок, всяких табуреток, любых утяжелений. Все это возможно придумать, нужно только лишь желание. О, давайте, кстати, как раз я вам покажу, как это делать. Сейчас заедем домой, потом вернемся, доделаем тренировку. Ну вот мы и заехали домой, чтобы я вам показала, что можно делать дома. Как выйти из положения, если мы не можем ходить в зал. Кстати, пока я была в зале, за ребенком смотрел мой любимый муж. Спасибо ему большое, незаменимый помощник. Он всегда готов посидеть с ребеночком, чтобы я сходила в зал. Вот, для этого нам понадобится 2 бутылки. Можно взять потяжелее. У кого есть гантели, замечательно. Но я просто использую то, что у меня есть дома. Вот. И занимаемся по типу круговой тренировки. То есть я вам покажу такой как бы сет. И начинаем с ног и так прорабатываем все тело. Оп. Техника точно такая же, как в зале. То есть мы следим, чтобы у нас коленки за мысочки не выходили. Тут, конечно, акцент мы делаем на многоповторку, так как у нас вес совсем маленький. Далее, что мы можем сделать? Мертвая тяга на прямых ногах, например. Опять же, те же самые 2 бутылки. Ну, как имитация гантелей. Тут как бы спинка у нас слегка прогнута, напрягаем мы ягодичные и толкаемся в пятки, получается. То есть это упражнение у нас прорабатывает бицепс бедра и ягодичные мышцы. Далее, что мы можем сделать? Покачать пресс. И, кстати, обратите внимание, тут очень мало места. Именно этим я хотела показать, что тренироваться возможно, в принципе, в любых условиях. Эта комната очень маленькая, и не у всех есть хоромы, да, такие огромные, большие квартиры, там много места, особенно с появлением ребенка, там надо кроватку поставить, еще что-то. Мне хватает вот этого места, чтобы заниматься дома. На пресс я буду делать скручивание, причем начинаем мы вот с такого положения, то есть у нас ноги висят. Это как бы создает дополнительную нагрузку. Еще просто тут нету места, чтобы их положить. Таких повторов примерно 30 в 3 подхода, и пресс будет болеть. То же самое с приседаниями, тоже можно сразу по 30 раз. А сейчас за детской кроваткой вы, наверное, не увидите моих ног. Вот. Но как их можно положить? Вы можете растянуться, в общем-то, во весь рост, да, и просто их поставить в классическую позицию. Если у вас либо нет места, либо нет сил, вы встаете на колени, просто сгибаете ножки. И таким образом отжимаетесь. Тут у нас работает, в общем-то, и трицепс, и грудь. Тоже сразу можете по 20 где-то раз делать, а тоже 3 подхода. Ну, я показала минимальное, что вы можете сделать дома. В принципе, вариаций может быть гораздо больше. Просто фантазируйте. Ну, а на самом деле мне пора в зал, надо докачать руки все-таки. Продолжим нашу тренировку закачиванием бицепса. Эта мышца нам очень пригодится, потому что нам еще долго воспитывать и носить нашего маленького ребенка.
Вот. И сильные руки очень нужны. Хотя некоторые прям ребенком и качают руки. Но я предпочитаю подготовиться. Берем такую рукоядочку. Она находится прямо тут же, где мы качали трицепс. И опять же у нас движение идет. Мы, то есть, как бы не закидываем сюда и не отпускаем совсем вниз. И рука от плеча до локтя у нас не двигается. Постоянное у нас напряжение, то есть, сохраняется. По повторениям и подходам делаем так же, как и на трицепс, 15-4 подхода. Упражнения нам сделать на пресс. На пресс я делаю абсолютно разные упражнения, все время их меняю. То есть, как я считаю, главное разнообразие, и нету одного какого-то волшебного упражнения. А еще по поводу нижнего пресса, как многие любят говорить, кстати, девочки меня часто спрашивают: «Арина, как вот накачать нижний пресс?» Чтобы вот как бы было видно внизу пресс, надо правильно питаться и делать кардиотренировки, чтобы как бы сделать минимальным количество жира в своем организме. Именно поэтому у вас виден пресс, только когда вы подсушены. Вот, собственно, и весь секрет. Ну, а сегодня на пресс мы будем делать подъем ног, обычный уголок на перекладине. Низкого содержания жира в организме. Конечно, не надо доходить до соревновательных каких-то пределов. А женщине, которая просто следит за своим образом жизни, как бы хочет правильно питаться, жить здоровым образом жизни, заниматься физическими нагрузками. Ну вот я, например, у меня практически уже весь пресс виден. Вот, при этом я не изнуряю себя, не готовлюсь ни к каким соревнованиям. И если вы видели мои фотографии и видео до беременности, тоже у меня также были все кубики, при этом каких-то серьезных последствий для моего организма, для моего здоровья никаких не последовало. Потому что вполне возможно выглядеть красиво и спортивно, и без каких-то изнурительных мер. В это сложно поверить, но буквально несколько месяцев назад я сидела тут, на этом же фитболе, вот с таким животом. Конечно же, прежде чем идти в спортзал, первым делом я рекомендую обратиться к врачу. Сейчас я очень заинтересована во всем, что касается беременности, и очень активно изучаю эту тему. И вот я уже пришла в форму. Чего я и вам всем желаю. Желаю вам непоколебимой силы воли, постоянной мотивации, поддержки близких людей, она очень важна, любви главное. Ну, когда есть ребенок, не может быть иначе. Любовь, она всегда где-то рядом, где дети. Вот. И я хочу вас поблагодарить за все эти теплые слова, пожелания, которые вы писали нашей семье. Поздравляли нас с рождением малышки. Нам действительно искренне очень приятно, и все письма я очень ценю. Более того, могу сказать, что они меня очень вдохновляют и мотивируют на дальнейший рост. Поэтому спасибо вам всем большое. Ну, а что ж, мы прощаемся, к сожалению, но мы еще увидимся. И подписывайтесь на канал, комментируйте обязательно, задавайте вопросы, ставьте лайки. До новых встреч, пока!